Супер. Удобно. Красиво. Вот он, мир привилегий с премиальной картой MasterCard. MasterCard. Давай, вставай, стартовую снимай. Посмотрите на нас. Мы живем в своих серых бетонных джунглях. Спешим. И совсем забыли о том, что наш мир полон чудес. В новом сезоне «Орел и Решка» отправляется в экспедицию по самым захватывающим и красивым местам нашей планеты. Каждую неделю наши ведущие Алина Островская, Алина Стеновец, Алина Брандо и Антон Зайцев. Антон Зайцев. Зайцев Антон. Маэстро Антон Зайцев. Будут исследовать одно из величайших чудес света. С ума сойти! Нас ждут творения древних цивилизаций. Неземные красоты природы. Восторг! Весь Гуйлинь! И обычаи, которые потрясают мир. Кто увидит чудо света как миллионер? Встречай новую хозяйку! А кто из окна палатки, как всегда, решат, орел или решка? Я хочу, чтобы вы это увидели. Я не могу запомнить это название. Все, давай ты пробуешь, я киваю, улыбаюсь. Всем привет, это Орел и Решка, чудеса света. И мы прилетели в Китай. В провинцию Хунань, а город... в котором находятся невероятные горы Аватара. Бау! Выкрутился, да? Именно здесь Джеймс Кэмерон вдохновился на фильм «Аватар» и планету Пандора. Ну и мы вдохновимся. Орел? Решка! Держи, держи, мой друг. Я не хочу. Не хочу быть победному в Чэн-дзя-дзе. Город Чэн-дзя-дзе. Чжан-дзя-дзе. Мне дадут китайское гражданство. В самом сердце Китая притаилось чудо из чудес. Парящие в небе горы Аватара. Нет, это не вымысел культового режиссера Джеймса Кэмерона. Волшебная Пандора из фильма «Аватар» существует. Добро пожаловать на другую планету. Из аэропорта в город дешевле всего добираться на автобусе. За 2 китайских юаня. Теперь надо превратить $100 в эти самые юани. Здравствуйте. Здравствуйте. А мне нужно обменять $100. Извините. Я даю вам 1 юань. Ничего не понимаю. Какая интересная игра. А $100 обменяете? Все нормально. Берите юань. У вас не очень выгодный курс. 1 сотня – 1 юань. 1 юань? У вас теперь есть 1 юань, правильно? Я вам его дарю. Спасибо. А что насчет сотни? Нет, не надо. Я 20 минут пытался объясниться с девушкой, которая знала всего пару слов на английском. И вдруг понял, что происходит. Короче... чтобы доехать на автобусе до центра, нужны юани. Обменник здесь не работает. Но моя сердобольная китайская подруга подарила мне 1 юань.
Осталось найти еще один юань. Girls, can I ask... Девчонки, у меня проблема. Не работает обменник, а мне нужен билет на автобус в центр. Maybe... Дайте один юань. Yes, just... Хороший способ уйти от диалога. Извините, мне нужно на автобус, но я не могу обменять деньги. Может, у вас есть один юань? No? Один юань. Один юань на автобус. Может, у вас есть один юань? Один юань? А скольким людям? Только для меня. У нас есть только 5 юаней. Спасибо большое. Скажи спасибо моей свекрови. Спасибо, свекровь. Мне на все. Привет. Хороший мой. Вот мой проводник по китайским горам. Джили Атлас. Да поехали! Путешествие по Китаю для иностранного туриста – тот еще квест. Мало того, что здесь никто не разговаривает по-английски, так еще и в глубинке обменник днем с огнем не сыскать. Во всем Чанцзядзе деньги можно обменять только в одном банке. Сдаю точку. На 402-м автобусе из аэропорта нужно доехать до остановки Парк Лиши. Только здесь, в здании Bank of China, можно купить юани. Она? Миссия выполнена. Горы Аватара, ждите меня! Чанцзядзе – ничем не выдающийся провинциальный городишко. Люди приезжают сюда для того, чтобы поскорее его проехать и попасть вон в те горы, которые как стены окружили его со всех сторон. Вот же они! Главная причина, почему мы приехали. Горы Аватара. Посмотрите, какие гигантские! Горы Аватара стоят на этой земле уже миллионы лет. Но только после выхода на экраны знаменитого фильма Джеймса Кэмерона «Аватар» о них узнал весь мир. Уж очень они похожи на парящие скалы с планеты Пандора. Горы Аватара находятся в национальном парке Чанцзядзе. И посмотреть на них может себе позволить даже человек со $100. Чтобы добраться до гор, езжайте на автовокзал и там ищите автобус с вот такими иероглифами. Запишите или сфоткайте, иначе не найдете. А еще попросите водителя высадить вас в парке у центрального входа. Очередь небольшая, 7 миллионов, но двигается очень быстро. Не так и страшно. $30 за вход. Это на $30 больше, чем я планировал, но все-таки чудо света стоит денег. Понимаю. Здравствуйте. Мне один билет. Контроль на входе в парк, как на секретном объекте. Когда заходишь, нужно привязать свою карту к отпечатку пальца. Анализы какие-то надо сдавать? А теперь рубрика «Сколько-сколько, блин?». Администрация парка говорит, что посмотреть на горы Аватара за год приезжает в 5 раз больше туристов, чем в парижский Диснейленд. 65 миллионов человек. Умножаем на $30 за вход и получаем
$1,950,000,000. И это только за входные билеты. Сколько, блин? В парке есть целый автовокзал с бесплатными автобусами. Они отвозят туристов к разным чудесам гор Аватара. К озерам Аватара, пещерам Аватара, долинам Аватара. Я сразу поеду к тем самым парящим скалам Аватара. Национальный парк Чиндзядзе огромный. У него есть 5 входов. Если у вас есть машина, подъезжайте к билетным кассам у Линьюань. Здесь можно посмотреть на горы Аватара изнутри. Сейчас мы пойдем в пещеру Желтого Дракона. Кстати, это самая большая пещера в Китае. Пещера просто сносит крышу. Ее своды такие высокие, что сюда можно спокойно поставить 40-этажное здание. А ведь там наверху сейчас ходят люди и даже не подозревают, что под ними целый подземный мир. А вот это действительно впечатляет. Каменный лес сталагмитов. Пещера похожа на галерею с фантастическими скульптурами. Только человек здесь ни при чем. Все эти статуи создала природа. А теперь рубрика «Занимательная спелеология». Объясню простым языком, как природа это сделала. Когда вода просачивалась сквозь скалы и застывала на потолке, то образовала сосульки – сталактиты. Вода, которая капала сверху на пол, со временем превратилась в сосульки, растущие снизу – сталагмиты. А если сосульки сверху и снизу срастутся, то получатся сталагнаты. Ребят, вы только представьте, весь этот каменный лес растет. Ну, правда, очень долго растет. 1 миллиметр за 10 лет. То есть 1 сантиметр мы получим через 100 лет. Настоящий исторический сантиметр. Вы понимаете, что когда этот сталагмит был вот такой, гуси спасли Рим. Когда он был вот такой, Колумб открыл Америку. А вот где-то здесь Эдисон изобрел лампочку. А вот 2 миллиметра сверху песчинка, появилась я. Нас не будет, а сталагмиты вот такенные стоять будут. Встречайте, настоящая звезда этой пещеры. Единственный в мире сталагмит, который застраховали. Застраховали его за 26 тысяч юаней. А в случае чего получат 100 миллионов юаней. При этом ученые молятся, чтобы этот сталагмит не обвалился, потому что наверху он достаточно широкий, а посередине совсем тоненький. А вот те, кто застраховал, мне кажется, нет-нет, да и пнут его, когда приходят сюда. 100 миллионов. Ух! Но любая магия разбивается о толпы туристов. В угоду посетителям пещеру подсветили жлобскими фонариками. Чтобы люди не разбили головы об сталактиты, их перевязали поролоном. Настроили в пещере мостов, в подземные реки запустили лодочки. А вот тут очень красиво. И в итоге получился вот такой торгово-развлекательный центр пещерный. Обидно. И чтобы был шикарный вид из окна. Да. Спасибо. Угу. Хорошо, что о жилье не нужно беспокоиться. Когда у меня премиальная карта MasterCard, я просто звоню в консьерж-сервис, и они все прекрасно организовывают. Mm-hmm.
обалденное место. Самое прикольное – посмотреть на горы Аватара сверху. И для этого здесь придумали лифт 100 драконов. Самый высокий открытый подъемник в мире. На 7-й, пожалуйста. Сейчас что-то будет, сейчас что-то будет. Пушка будет, интригует, темнота. Ребята, летим, летим, без рук летим. Скажи восторг, восторг. Все? Все? Всего за несколько секунд на 326 метров вверх. Это не похоже на горы. Это фантастический каменный лес, который растет из самых недр Земли. Просто какая-то другая планета. В парке 3000, представьте, 3000 столбов, которые пронзают небо. Каждое утро горы Аватара окутывает туман, и тогда кажется, что они парят над облаками. Мне кажется, одна из главных мыслей Аватара – то, что, к сожалению, люди больше разрушают, чем созидают. И только маленькая группа борцов сражается за природу и за свою планету. И когда видишь вот все это, как-то глубже и масштабнее, что ли, понимаешь, за сохранение чего они борются. А вот эта гора – главная звезда парка. Китайцы считают, что именно с нее художники Аватара рисовали свою Пандору. Парадокс, но в Китае Аватар был запрещен цензурой. Его показали лишь в нескольких кинотеатрах. Что не помешало предприимчивым китайцам после выхода фильма переименовать гору «Столб в небо» в гору «Аллилуйя, Аватар». Потому что... Ну и даже памятник поставили, чтобы каждый мог почувствовать себя главным героем фильма. Синим и высоким. Они пытаются доказать, что они здесь хозяева. Но мы им докажем, что это наша земля! В такой красоте отель однозначно нужно снимать где-то наверху, с красивенной панорамой. Моя гостиница находится вон там. И плюс моей прихоти в том, что чемоданы я сама тащить не буду. Какой хороший, маленький. Подождите, я тоже туда? Окей. Нет, подождите, я не готов. Это же... Ему же будет тяжело. Ну куда сверху? Мне жалко его. Ну а что? Мне их жены еще потом спасибо скажут. Будут накачанные парни. Окей, we can go. Так, эта штука не развалится? Уау! Подождите! Тихо, тихо! Тихо, тихо! Это очень забавно, если честно.
Не было никого покрупней. А мы здесь не пройдем. Мы здесь точно не пройдем. Ребята! Это какой-то экстрим на максималках. Мне кажется, мы можем не дойти. Ой, мне что-то хочется уже самостоятельно пройти этот путь по ступенькам, ей-богу. Хорошо, я же богачка. Надо немножко расслабиться. Что-то они очень учащенно дышат. Еще бы! Эти щупленькие парни тащат меня уже 300 ступеней. И осталось примерно столько же. Зато мула спасли. Ему бы вряд ли кто-то заплатил. Ура! Дошли! Опа! Окей. Окей. Ребята, вы герои мои! Герои! Спасибо! Вот это сильные мужчины! Ух! Чувствую себя принцессой. Очень жестокой принцессой. Вот же моя VIP-избушка. Только в данном случае никаких курьих ножек. Самое крутое жилье в горах Аватара – это огромный стеклянный куб. Чуть не забыла. Перед тем, как подняться в мой стеклянный дворец, нужно разуться. Все дело в том, что если в вашей подошве застрянет маленький камушек, то при шаге и нажатии можно с легкостью расколоть вот такую стеклянную ступеньку. Опа. Класс! Такой нанотехнологичный домик на дереве. Так, где же мой вид, за который я заплатила много денег? Где-то вот за вот этим бамбуком. Пятно какое-то. Кровать. Здорово, панорамная крыша. Тут у нас душевая. Нет, тут у нас целая ванная. Очень компактно. И туалет, и душ. Ну, фактически, ты можешь делать два дела сразу. Шайтан, майтан. Ты видишь это? Как это произошло? Так, что я сделала? Что я сделала? А! Видел? О! Волшебство! Так, либо у меня волшебная попа, либо... Ну, конечно. Пультик! Это особенное стекло, у которого внутри есть слой жидких кристаллов. При нажатии кнопки оно может становиться как матовым, так и прозрачным. Рядом с Шэньцзядзе есть еще одно место, которое по своей чудесности не уступает горам Аватара. Это небесные врата. Путь к достопримечательности сам по себе тоже является достопримечательностью, потому что это дорога из 99 поворотов. Но на моей машине туда вход воспрещен. Только специальные сертифицированные автобусы. Вы же не думаете, что я буду трястись вместе с толпой китайских туристов. У меня будет свой персональный автобус. 25 посадочных мест. Салон из синей кожи дермантина. Климат-контроль, само собой, а это звукоизоляция. Слышно только птичек. Или так мотор работает. В общем, люкс, ребята, это люкс. Ну все, я готова считать повороты. Ой! 22. Они еще такие частые. 23. Ой, блин, я ударилась сильно. Ой, аж в голове потемнело. 24. Да, есть одно маленькое упущение, когда арендуешь автобус. С китайцами было бы мягче. Мы бы так натрамбовали здесь, как селедочки. И не так бы швыряло по автобусу. Дорога 99 поворотов – одна из самых опасных в мире. Она проходит по самому краю ущелья. Ой, господи, вот мы сейчас прям над пропастью. Как жутко, а?
На скорости я бы не решила здесь прокатиться. Но, кажется, водителей автобусов это не смущает. Они носятся здесь, как угорелые. Мы только что проехали 98-й, а это был 99-й поворот. Мы почти уже приехали. И ни разочка не укачала. Ой. О, как кстати. Здрасте, а есть на шатырь или что-нибудь такое вот? Вот они, небесные врата. Так тут называют гигантскую сквозную дыру в горе Тяньмэнь. До третьего века здесь была обычная гора, но потом случилось землетрясение. Когда люди пришли сюда, то увидели, что сквозь гору проходит свет. Китайцы подумали, что это знак свыше, и решили, что отныне это место священно. 99 поворотов дороги – это еще не все испытания на пути к небесным вратам. Вот это я понимаю! 999 ступеней! Как тебе такое, Илон Маск? Мало девяток, мало в этой стране девяток. Для китайцев каждая цифра имеет сакральное значение. Вот, например, слово 9 – джиу. В китайском языке созвучно со словами «долгое время» – джиу. Поэтому считается, что если пройдешь 999 ступеней, то обретешь бессмертие. Ну что, начнем? Раз, два, вот, пять, я шесть, семь. Пятьсот девять, 510, 511, 512, 513, 521, 516, 531, 532, 533. Я уже чувствую, как становлюсь бессмертной. 799, 700. 804, 821, 26, 803, 804, 805. А вот тебе лучше подняться, а не спуститься, парень. Ну, давайте еще рывочек. Я не знаю, как бессмертие, ребята, но то, что я прокачаю свою Кардашьян хорошенько, это точно. Взяла себя в руки. Бессмертие. Ого! Это 131 метр. Это все равно, что поставить девятиэтажку, а сверху еще статую свободы. Такая громадина. Рядом с горами Аватара есть поселок Уин-Юань. Не обходите его стороной. Для туристов там полно всего интересного. Но первым делом я найду себе ночлег. Вызывайте книгу рекордов «Орла и решки». Я направляюсь в самый дешевый за всю историю программы хостел. Внимание! $3.5. Если честно, даже страшно подумать, что меня ждет за эти деньги. Скорее всего, болезнь. О, у вас тут всегда открыто. Ждут гостей. Кондиционер? Да, конечно. О, да.
Вот такой он, самый дешевый хостел в истории Орла и Решки. 6 коек, закрытых шторками для душа, глаза слезятся от запаха недельных носков, на полу мусор, а окна выходят на крышу. Ну, слушайте, за $3.5 я готов поспать и в душевой кабинке. Оп, все, я мыться. Кто-то поднимается на гору Тяньмэнь, чтобы обрести бессмертие. А кто-то наоборот, чтобы оказаться на волоске от смерти. Эти люди – бейсджамперы, бесстрашные экстремалы, которые срываются в пропасть в летающем костюме. Вы просто поймите, он в каком-то пакете только что спрыгнул со скалы. Мало того, что они прыгают с высоты в 1.5 километра, так еще и соревнуются на точность. На лету они пробивают с собой мишень из пенопласта. У меня нет слов. Я там просто постоять боюсь на краю, вот так посмотреть вниз. А они просто делают шаг и летят. Бейсджампинг – это один из самых экстремальных видов спорта. Поэтому во всем мире им занимается всего несколько тысяч человек. Эти прыжки здесь неспроста. Можно сказать, что это настоящая мека всех этих смельчаков. После того, как американец Джеб Корлис совершил буквально какую-то высадку с вертолета на высоте 1.5 километра, он пролетел сквозь небесные врата на скорости, внимание, 120 километров в час. Как Бэтмен буквально. Причем он изготовил этот костюм-крыло по своим каким-то замерам специальным. И после этого теперь ежегодно здесь собираются спортсмены и соревнуются между собой и в скорости, и в точности. Не знаю, как вы, а я хочу посмотреть в глаза этим суперменам. Привет! Извини, а можно посмотреть? Да. Yes? Ты прыгал сегодня? Я здесь прыгаю уже 2 недели. О, Господи! Можно тебя потрогать? Это опасно? Только если не тренироваться. А сколько лет ты занимаешься? Я начал с 16 лет. Мои первые прыжки были из самолета. Я изучал свое тело в полете. А ты не боишься? Нет, не боюсь. Моя жизнь зависит только от меня. Извини, а можешь показать костюм? Да, конечно. О, как это круто! Этот костюм называется «Wingsuit». Его принцип работы люди подсмотрели у белых летяг, которые используют перепонки на своем теле, чтобы парить между деревьями. Крылья «Wingsuit»-а сшиты из двухслойного материала, который надувается во время полета и создает подъемную силу, как у самолета. Вот эти вот отдушки сделаны, чтобы костюм наполнялся воздухом, и ты был как бы в таком матрасике, что ли. Ты идешь со мной прыгать? Прямо сейчас? Да. А можно посмотреть? Конечно. Я думала, Жак уже собирается уезжать домой, а он наоборот все спаковал для того, чтобы через 5 минут прыгнуть. Посмотрите, какой спокойный человек. Я бы точно иначе выглядела, если бы я совершала прыжок через 5 минут. Идем? Я не представляю, вот так вот быть родственницей кого-то из этих парней, там, мамой или девушкой. Это просто к концу соревнований можно побелеть. Ready. Полетел. Yeah.
Так выглядит прыжок бейсджампера глазами зрителя. А теперь представьте, что чувствует сам бейсджампер. От этого кровь стынет в жилах. Юань – маленькая уютная деревня, которая каждый вечер битком набивается людьми. Ну вы уже сами все прочитали. Туристическая улица Сибудзе. Пройдем, где? Китайская деревня – это культурный шок. Куда ни плюнь, везде какая-то экзотичная развлекаловка. Здесь танцуют под бой барабанов. А вот переулок, где можно попробовать тараканов, скорпионов и пауков на палочке. Тут сидят уличные чистильщики ушей. А тут смешная собака, которую научили попрошайничать. Фонд Хатика. А здесь играют на странных поющих чашах. Хорошо, хорошо. Я факир, хорошо, хорошо. Хорошо, хорошо. А вот мужчины делают традиционную китайскую халву. Чтобы ее приготовить, рассыпают арахис и лупят его молотками. Из орехов выделяется арахисовое масло. Оно и слепливает вместе ореховую крошку. Еле остановил меня, братан. А через две улицы есть еще одно популярное у китайцев развлечение. Дегустация рисовой водки по 70 центов за каждую пиалку. Если ты выпил 10 этих пиалочек и разбил, тебе абсолютно бесплатно дают бутылочку вот с этой же жидкостью. Похоже на какой-то развод, но я попробую. Окей. Третья, четвертая, так, я начинаю понимать аватаров. Аттракцион рассчитан на китайцев. Они могут пить часами, не хмелее. Говорят, по количеству выпитых литров Китай обошел США, Германию и страны наших широт. One, two, three, four! А где мой приз? Мне 26 лет. А чего добился ты? Окей. Приз, 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 приз. Победа. Если после предыдущего аттракциона ноги идут в пляс, обязательно заскочите на центральную площадь Улин-Юаня. Здесь происходит грандиозное вечернее шоу возле костра. Теперь вы знаете секреты гладкой кожи. Знаете, я думал, что здесь мне закружат голову летающие горы Аватара, а закружило другое. Люди, живущие в горах Аватара.
В горах Аватара живет древний народ Тудзя. В местных ресторанах можно познакомиться с их дивной кухней. Если вы придете не в ресторан, а кому-нибудь в гости к местным из народа Тудзя, то вас будут встречать именно вот так. Как я понимаю, чаем. Потому что я слышала, что иногда так встречают с водкой. Но я потом не смогу встать из-за этого стола. Ой, подождите. Окей. Вся эта конструкция из чашек напоминает водопад. В Китае это символ достатка и успеха. Oh, thank you so much. Вот напоили, так напоили. А где здесь туалет? На ужин мне принесли праздничное блюдо. Суп из исполинской саламандры. Саламандра – самая крупная из земноводных. В дикой природе она вырастает длиной со взрослого человека. Саламандры жили на Земле 150 миллионов лет назад. Прикиньте, динозавры вымерли, саламандра живет. Ну, пока не встретит китайца. Кстати, саламандры умеют отращивать оторванные конечности. Поэтому китайцы считают, что их мясо омолаживает организм. Вот почему оно такое дорогое. Килограмм стоит 200 баксов. Саламандр. Саламандр. I can buy? Вообще, саламандры находятся на грани исчезновения. Но не спешите вызывать Гринпис с вилами. Сейчас китайцы разводят их на фермах, как кур и уток. Поэтому даже за небольшие деньги можно попробовать пельмени баоцзы с саламандрятиной. Какой-то сладковатый, даже приторный сладковатый фарш. Знаете, когда чефчили куриные делают, и как будто бы вот их чуть-чуть не доварили, но зачем-то то ли посахарили, то ли что, ну... Супец такой вязкий, немножко даже желейный. Вот эта кожица, как хрящик, тяжело пережевывается. Но саламандра на вкус удивительно напоминает рыбу. Вы знаете, такую рыбу, как вот, как сом. Вот. Необычно. Сокровища гор Аватара ищите у входа в национальный парк Чиндзядзе, рядом с отелем «Стеклянный куб». Не доходя до отеля 21 ступень, справа под плитой спрятан наш клад. Удачи, ребят! Вообще проснуться не могу, но знаю отличный способ. Заодно и умоюсь. Вот такое китайское развлечение. Два банана, связанных вместе, и мотор. Еще одно чудо аватаровых гор. Река Мэндон. Она, как гигантская змея, извивается по дну узкого горного ущелья. Господи, очень красиво! Все такое зеленое, воздушное, волшебное. И за каждым поворотом реки новые и новые красоты. Очень красиво сейчас будет.
какая красота! Вот такое должно быть утро. Бодрое, свежее, немного холодное для бодрости. Над созданием волшебных гор Аватара природа трудилась миллионы лет, но китайцы решили ее превзойти. И перекинули через ущелье в горах Аватара самый длинный и самый высокий в мире стеклянный мост над пропастью. Смотрите, отсюда кажется, что это какая-то огромная паутина, в которую попало несколько китайцев, но они не растерялись и фоткаются. Пошли. Мост делали таким, чтобы по нему было страшно ходить. Но на самом деле пролет моста не шатается. Оп! А стекла так затерли бахилами, что и пропасти не видно. Поэтому люди сюда приходят не за адреналином, а за красивыми фоточками. One, two, three. Некоторые до сих пор думают, что в Поднебесной живут только китайцы. На самом деле население Китая — это 56 народностей. Ханьцы, мяо, яо, тай, уйгуры, буи, маньчжуры, тибетцы, кхмеры, лису и многие другие. Они похожи друг на друга не больше, чем украинцы на французов. Вот здесь, в горах Аватара, живет народ тудзя. Чтобы не лазить несколько месяцев по горам Аватара в поисках коренного населения, нужно прийти в туристическую деревню Ло-Тан-Цунь. Здесь за пару часов можно увидеть, как живут тудзя, и даже помочь им по хозяйству. Вход сюда бесплатный, но для того, чтобы попробовать что-то сделать, надо платить. Ребят, смотрите, не успел зайти в село, и все, уже местный эксклюзив. Вон, дешевая прачечная. Нихао, can I help you? I can help you, конечно. Спасибо, что не нижнее белье. Одежду женщины тудзя стирают самым экологичным способом, без порошка. Они трут ее щеткой, отбивают палкой и интенсивно полощут прямо в реке. Слушайте, ну все говорит о том, что стирка деликатная. При температуре, да, 30 градусов, ага. В соседнем сарае показывают, как делают тофу. Кто еще не знает, тофу – любимый китайцами сыр. Только делают его не из животного молока, а из соевых бобов. Сейчас все покажу на практике. Шеф, ready? Let's go. Процесс приготовления тофу занимает несколько дней. Целые сутки бобы отмачиваются в воде. Затем целые сутки надо натолочь их вот в этой ступе. Надо крутить бобы до того момента, пока их не стошнит. Вообще, тофу практически не имеет вкуса, зато в нем много белка, и он очень полезный. Ну, тофу для китайцев, как для нас хлеб. После того, ту субстанцию, что получилось, нужно процедить, профильтровать и сварить. И только потом китайская мать угостит тебя настоящим тофу. Спасибо. Слушайте, молочное желе, такие бобы с сахаром, вполне себе. Оп. Не думайте, что это какой-то грустный аттракцион. Это один из этапов приготовления рапсового масла. Вот сейчас мы топчем семя. Я, бык Аркадий, Игорь Семенович. Древние тудзя использовали рапсовое масло как машинное. Они им смазывали телеги и заправляли масляные лампы. И финальный этап – процесс выжимки масла. Капитан, а нам точно нужна эта крепость. Раздавленные быком семена заворачивают в тростник и помещают вот в такой деревянный пресс.
Потом со всей силы вбивают в него клинья, которые потихоньку надавливают на деревянный поршень, и он, в свою очередь, отжимает масло. Ну вот и оно, готово. Рапсовое масло. Пахнет-то, как чувствуете, несколькими часами рабского труда вала и мужчины с тараном ради половинки вот такого ведерка. А вот как тудзя отдыхали после работы. Планшетов у них не было, поэтому любимой игрой считалась деревянная юла. Йо-йо для старовера! Ты должен подкручивать волчок особым хлыстом. У кого он упал, тот и проиграл. А? Game over! Тут очень атмосферно. Я прожил целый день жителя маленькой китайской деревушки того времени. И главное, здесь нравится не только иностранным туристам, но и вон, местным. Давай! В этой песне поется о том, что если у вас есть лишние юани, не скупитесь. Потратьте их тут. Приезжайте. Мой любимый момент. Нас ждут чудеса. Да, это национальный китайский костюм. И не просто так, у меня мероприятие вообще-то. Друзья, такого в «Орел и Решка» еще никогда не было. Мне захотелось устроить праздник, и я заказала концерт классической музыки прямо в сердце гор Аватара. Для этого понадобилось всего ничего. Сначала мне за 2 дня построили сцену над верхушками деревьев. А потом пригласили оркестр из местной филармонии. Эта маленькая прихоть мне обошлась, даже стыдно говорить такое, в 20 тысяч долларов. 14 сцена и 6 оркестр. Это не я, это все она. Thank you. Thank you. Зато я единственный человек, который может этим похвастаться. Хайши! Горы Аватара – это бесконечный калейдоскоп чудес. Просто какая-то другая планета. За эти 2 дня мы увидели столько. Одной программы не хватит, чтобы рассказать обо всем. Мы не показали, как я прогулялась по стеклянной тропе над пропастью. Давайте я вас подержу, все будет хорошо. Как прокатилась на самой длинной в мире канатной дороге. Вот все наши 99 поворотов, как на ладошке. И как побывала на представлении в самом большом природном театре мира. А еще мы не показали, как я всего за 1 юань посмотрел шоу скалолаза, который показывал трюки на отвесной скале. Скаломэн! Это же круто! Все это вы увидите в наших выпусках «Орел и Решка. Неизданное». Ушко будет интригует, темнота. Чиз! Ой, блин, я ударилась. У вас не очень выгодный курс. Шайтан, майтан. Очередь небольшая, 7 миллионов. Я уже чувствую, как становлюсь бессмертной. Ну скажи восторг, восторг. Клево. Все? Все? Ой, Антон, привет. Привет, Алин. Как твой уикенд? Ой, это было здорово, я и чудо света видел, и по стеклянному мосту погулял. Слушай, они на нас не смотрят. Эй, операторы,
Не, понимаешь, что мы уже совсем долго в Китае, но вы можете нас хотя бы с местными не путать, а? Ребята, нам уже ехать пора к нашему следующему чуду света! Японию! Фудзияма! Так что до встречи, ребят! Пока! Антон, а? Ты ничего не замечаешь? Нет. У меня было 999 ступеней, у меня кардашьян, как у Ким. А это заразно, это болезнь?